условно. 4 дня в неделю мы закрываем на то, что фармим старый контент. И 3 дня на освоение нового контента, собственно, которую неделю, что я вижу, либо не хватает рейдеров, либо не хватает времени. Одно из двух. Я говорил о том, что нужно сменить формат, поменять РТ, чтобы больше времени тратить на освоение. Мы не закрываем профы. На прошлой неделе мы даже на него не ходили. ЗС один день мы рейдовые тупо проебали, потому что рейдеров не было. Просто не было РЛ. Вы убиваете профы в ХМке или нет? Я так и не поняла. Нет, я не об этом. Я просто предлагаю чуть-чуть направление в этом плане. Я как бы можем после рейда это обсудить. У меня есть одна простая идея. Как сделать так, чтобы, ну, как бы гильдия пошла на освоение именно контента? Ну, знаешь, мне похуй, убивали ли вы синдром, то и тупо чекай. Вообще, ладно, не надо там ничего чекать, вот я вам объясню просто и понятно. В гильдии водят рейды Мидвей, я и Микстурка водит Зуламан, помогает мне иногда на выкликах, помогал Мастер, Зойл, ну, редко собирает, потому что редко играет, там кто еще. Шерпиступ вот стал мне помогать, тоже большие надежды я возлагаю на людей, которые возьмут на себя несколько рейдов. О чем сейчас речь, о прогрессе? У Мидвея идея в том состоит, вот я просто вам передаю, настолько, насколько я понимаю ситуацию. Значит, у него состоит идея в том, что когда люди соберут Т5, там 2 куска, там соберут там 10 человек, то ДПС у рейда, который ходит в ЦЛК-25 гер, увеличится настолько, что мы сможем проф убивать без проблем. В этом состоит его идея. Поэтому я не видел ни разу, чтобы на допронос, после, вот, допустим, понедельника, на вторник, чтобы люди пришли в 19.00, все те, кто были в рейде, чтобы они пришли в 25 гер и били профа ПКД. По-моему, один раз или два раза на моей памяти были сборы, но туда пришли 10 человек, остальные по каким-то причинам не явились. Может быть, здесь причина кроется в том, что они просто не хотят, либо причина кроется в том, что люди не только играют в Warcraft, а еще работают, у них есть семья, они могут уехать куда-то, уехать в отпуск, уехать в Таиланд. В общем, вы должны себе прекрасно понимать, что здесь не все люди, которые ходят в рейды, не все отдают очень много времени этой игре. Это первое. Второе. РЛы, они не бессмертные роботы, которые вам должны и вам обязаны. Вот ты сказал так, я хочу там, давайте я вам предложу такую идею, давайте нужно сменить РТ. Вот давайте кто-то начнет что-то делать. Вот, например, Шерпиступ поставил виклик, соберет его. Шерпиступ собрал десятку целка, потому что ее никто не собирает. У меня лично времени нет столько. Я ввожу вот эти виклики и посмотри, сколько их. Это открываешь видео на Ютубе, открываешь канал Слава Орлов и смотришь просто с мая месяца, как я пришел в эту гильдию 233-м фуриком протоваром. Тут не было ничего, не было профа в десятке обычки. Я эту десятку обычку собирал, я ее убивал, я ее танчил протоваром 243. Я танчил РС-10 оп, танчил РС-25 оп, первую, которую убила эта гильдия. РС-ки не было, были виклики, 245 инсты. Появился ЦЛК-25 оп. Появился ИВК, который никто не собирает и до сих пор, кроме меня. Грул, Магигер, все это ПКД, все очень часто, все стабильно. Дело в том, что если вы хотите закрывать новый контент, то для этого нужны люди, которые к этому контенту готовы и одеты. Нужны люди 265+, с фулл шмотом с ЦЛК-25. Как взять моего вара, например, на данный момент, Фурика и Протовара. Он готов пойти в 25 гер, пойти в ЗСОКа. Таких персонажей немного в гильдии. Третьи каты тем более, если говорить о ЗСОК. Это первое. Второе. Люди должны постоянно что-то делать помимо одного персонажа. Есть люди, которые очень редко и очень мало людей, которые играют одним персонажем. Ну вот царь, допустим, ну турбо там, и то у него там есть перс какой-то. Людям нужно какое-то разнообразие этой игры. Вот по крайней мере мне точно. У меня Мишка, у меня БДК, у меня Фурик, Портовар, у меня Приз. Я могу еще 8 классов качать. Дело в том, что для приятной игры мы заходим сюда не батрачить, не для кого-то здесь что-то делать. Мы заходим отдохнуть, провести время как-то, кто-то пошутить, кто-то пообщаться. Невозможно сделать так, чтобы все это было прям вот по щелчку пальца. Ну не будет так. Поэтому виклики и все это, все эти рейды, без исключения, они все имеют большое значение. Это понятно, да, что там сдвинуть РТ, все это делается, все это разрабатывается. Но, еще раз повторюсь, РЛы у вас
вот я, Midway и остальные, кто что-то собирает, они не роботы, они не могут каждый день по КД по 6, по 7 часов с вами сидеть. Люди меняются в рейдах, а IRL не меняются. Кто IRL будет менять? Кто будет проводить рейд? Кто сейчас? Вот у меня сейчас, сколько? У меня сейчас 22-23. Когда я полтора часа проведу рейд, у меня уже будет полночь. Как мне IRL-ить вам? А начнется какой-то косяк на Синдре, на Личе, вот это все говно начнется. Ну, будем надеяться, что не начнется. И как, что делать? И вот так вот, каждый раз, никто об этом никогда не думает. Кто будет это око ЗС вести? Кто, кроме Медвея, знает тактику? Кто? Я! Господи. Это тоже весело, очень можно посмеяться, но если ты говоришь «я», то бери и делай. Бери в свои руки все. Я когда-то в 2015 году, когда Господи, только первый плохой раз РЛ. Стал ПВЕшить варом, я взял в свои руки обычку. И говорю, ребята, я написал в гильдию Можина, я свожу рейд, попробую. И мне говорили, ну своди. Ну никто не подозревал, что я стану водить эти рейды по КД. И потом даже Геру как-то стал собирать и стал вообще все рейды водить. Дело в том, что если вы не хотите что-то менять, а только будете говорить, как вам хотелось бы, то ничего не получится. Но если вы будете что-то делать, помогать, действительно браться за, ну, какое-то усилие прикладывать, то тогда, возможно, будет какое-то улучшение в ту сторону, в которую вы хотите. Понимаете, о чем я говорю? Надеюсь, да. Вот, я понимаю, что у тебя, грубо говоря, инвестиции человека часов вот в это все запредельные. То есть я с этим не спорю, не осуждаю и как бы понимаю. Я сам типа релил много и часто и знаю, насколько это тяжело. Как бы я могу это сделать, но понимаешь, как бы в этот контент я не играл очень давно. И опыта энкаунтеров я уже все позабыл. То есть теоретически я могу начать водить рейдинг, мне нужно там порейдить неделю-две, хотя бы посмотреть какие-то нюансы, там свои приколы и так далее. Я как бы за. Ты сам знаешь то, что типа лучше интересно рейдить, чем просто в овергире ваншотами закрывать какой-то контент. Это неинтересно. Ой, ну прекрати, не надо, ваншот. Вот просто элементарно, вот вам решение ситуации. Вот стоит целка, что 25 гер на, как он называется, на воскресенье. Вот мы доходим, 9 боссов убиваем, остается проф Синдралич. Что мы будем делать? Тёма соберет ЗС Ока в понедельник. В среду его, как обычно, не будет, там 100%. Ну, мы у него спросим, уточним там на всякий случай. Но если он скажет, что будет, то мы подождем, зайдем на Ока ЗС. Если он не придет, то можно поставить через слэш такой целка 25 гер по КД. И все люди, которые зайдут на ОКЗС, просто пойдут по КД добивать профа. Почему бы так не сделать? Что вы так не можете сделать? Не можете сделать 19.00? Можете. Так вот, давайте поставим это в РТ, поставим это всем в известность, всех поставим. Зайдем и будем бить профа. Какие проблемы? Он легко убивается, очень легко в нашей шмоте. Вот, смотри, теперь послушай альтернативный вариант, что я предлагаю. То есть определенный костяк, так сказать, рейдеров, да, то есть люди, которые рейдят давно, понятное дело, что не у всех есть время на это. Просто я предлагаю что сделать? Сменить небольшой приоритет в плане рейдов. То есть смотри, допустим, что у нас там сброс? Четверг? Четверг, условно, там РТ, допустим, на 17.00, да, основной. То есть, понятно, ты там собираешь раньше в 4 часа, те люди, которые, типа, пораньше рейдят, и приходят, делают викли. Мы делаем РТ на 17 часов и идем, начинаем зачищать актуальный контент. Актуальный контент – это целка 25 хм. Если рейд не собирается, то есть не хватает рейдеров, допустим, условно, или нет ключевых там каких-то персонажей, фигур, мы, соответственно, дисбандаем этот рейд и идем зачищать другой контент, то есть ну, на тир ниже, условно. Подожди, вот смотри, мне просто интересно, ты говоришь, там, зачищение, осваивание контента. Мы целка закрываем 9 боссов по КД постоянно, нон-стоп. А Синдра и проф – это не такие обязательные боссы, без закрытия которых ты не оденешь себе 265+, и там левел, чтобы пойти и закрывать ЗС и Ока. Понимаешь? Магик, Грул, мы ходим по КД. Там Т4 выпадает и обрежевать может нон-стоп. Т4 во многих случаях намного приоритетнее, чем Т10 на многие классы.
Так что лучше пронести то, что мы можем пронести, и потом начать закрывать ЗС-ока полностью, траить и полностью сносить, выбивать Т5, потому что Т5 неимоверно много поднимает ДПС арей. Ну смотри, ну все очень просто, я объясню, есть две категории людей. Есть люди, которые хотят все и сразу, ну я терпел, ждал полгода эту чешку и не мог ее забрать, потому что забирал кучу шмота на протовара. Ну представь, с 230-го фурика и протовара одеть, сколько это ГП. Ты посчитай весь обвес и сколько раз он менялся. Из груля магика гер, что мы сейчас ходим, там шмот сейчас без ГП, я все лутал за ГП. Зуламани, что сейчас все без ГП, я лутал все за ГП. Всю любую шмотку. И представь, сколько я... У меня по 5000 ГП, по 6000 ГП было. Сколько раз оно уже скидывалось. Вот. Есть люди, которые хотят все и сразу. Они могут себе позволить, допустим, задонатить. Там кто-то задонатил, все, у них шмотка появилась. Есть люди, которые хотят все и сразу, но не могут задонатить. И начинают что-то там, ну, выдумывать. Есть люди, которые адекватно видят ситуацию. И, ну, вот... Я не мог перескочить через порог какого-то там количества хп, там, не знаю, какого-то шмота, брони. Я одевал мишку и БДК с 200-го итем левела, быстрого старта. Одевал их 3 месяца. Как я их одевал? Я их выгонил в гильдии в своих викликах, которые собирал для гильдии. Людям начислял ЕП, себе забирал шмотки 245-й, которые там нужны были на танка, там, на ДК и на мишку, на кожаные вот эти тринки, на хп, там, все это я собирал. Покупал, копил ОД с этого говна всего и покупал Т10 себе сразу, потому что это item level. Я себе одел 247 и того, и мишку, и ДК, и пошел с пугами в обычку, ЗЛК 25 оп. Сначала в десятку я ходил, там 251 пару раз, там 2-3 я сходил, тоже там пару боссов убили, я пару шмотов 251 забрал. Пошел с пугами в обычку и затанчил там 9 боссов сразу, тем и тем персов. Это я сделал, потому что я умею танчить. И за эти классы играть. И потом я только 3 недели прошло, я с пугами 3 недели по КД ходил. И мишкой ДК заодно КД. И еще с гильдии рейды водил. И потом уже я пошел танчить в гильдии этими двумя персонажами. Короче, вот рассказывай, пока ЦЛК 25 оп плюс ведь. Ну я просто рассказываю к чему? К тому, что я видел, что я не могу получить все и сразу. Я получал так, как оно получалось. То есть как копилось ОД, так и копилось. Вот. Ну я не знаю. Это было реально, как бы. И вот в итоге у меня через месяц и неделю будет 3-я ката у Мишки и ДК уже. И они уже могут в геру ходить. А 3-я ката это уже ЗС. Это ДК и Мишка в ЗС. Все убьется абсолютно, любой рейд, только нужно, ну как сказать, стабильность нужна, вот и все. Ой-ой-ой, я пати с ума думаю, сейчас еще раз кину пати. Стабильность, вот это самое правильное, потому что, ну представь, ты придешь в гильдию, а там такой РЛ там, ну, зашел, психанул, там я не буду собирать, я был в какой-то гильдии там. Рылу постоянно мешали, говорили, он что-то говорил, никак не мог сказать, что ну заткнитесь там, потому что люди, все его друзья там, и он постоянно, и потом он сказал, да идите нахуй, и ливнул с рейда, и мне пришлось этот рейд дейреливать. Ну, в общем, мы после той гильдии пришли вот в эту гильдию, Сапис-Сепертис, и как-то так это было. Ну, потому что реально человека ни во что не ставили, он вводит рейды, говорит что-то, а ему постоянно мешают. Вот, и он психовал, ливал. Никакой поддержки рейд-лидеру. Я уверен, что в топовой гильдии должно быть не один рейд-лидер, который... Ну, нет, такой может быть. Если рейд-лидера этого окружают люди, которые, ну, просто им минимум надо что говорить. Вот если 10-25 царей рейд взять, чё? Ой, если обижаться на то, что кто-то что-то там думает иначе, то это лучше вообще не рейлить. Всегда же есть недовольные. Да, ну видишь, ну, приходится как-то забывать о этих недовольных. Конечно, 24 людям невозможно угодить вообще никак.
Я предлагал делать и комнату, где может разговаривать только РР. Ну что ж, там опять недовольные. Я хожу в РТ, чтобы пообщаться. Типа и все. Как говорил товарищ Сталин, чтобы... Расстрелять, блядь. Как говорил царь обезьян, я не буду ходить в муть. Согласен, и не ходил. Я покидаю этот рейд. У нас до сих пор хантов нету, что ли? Не было хантов никогда у нас. Капец. Рейд все полный. А давай, заходи, от места для мага. Нах, тот маг. Миликов у нас дофига очень. То шаманов не хватает, не хватает, а вот тебе здравствуйте. Так, целука. Очень долго ныли, что нет шаманов и хулипалов. В РС-ке было 2 хулипала, 7 шаманов, блядь. Прикольно, да? А на следующую РС-ку будет ни одного шамана и ни одного хулипала. Вы как-нибудь определитесь, что вы хотите. Как их одевать одновременно-то всех? Вы думаете вообще, нет? Одевать будет система ЕПГП, что ты кричишь. Ну, как люди пришли на РТ, так они и редят. У нас было 7 пакетиков травы. 3 банки москалина. Бля, у тебя даже голос похоже, слушай. Бля. Я рад за тебя. Вой, ты тут? К сожалению. Выкинь меня, пожалуйста, исчез в Дисе. Пожалуйста. Вой, не делай этого, нет. Это будет ошибка. Ты хочешь, чтобы я опять записывал видео и записывал, как ты мне предлагаешь, чтобы я показал тебе член? Нет, просто, блядь, выкинь, исчез. Ты даже такое было? Как с этого места поподробнее? Что показывать? А можно мне тоже нюдис и войду? Нет, ну, блин, я сейчас не могу, я просто не могу налюбоваться на одну вещь. Кстати. А, нет, все правильно, извини. Блин, выкинь, исчез, а чего ты? Да блин, это сейчас искать, я не знаю, где это делать. Смотри, гайд, короче. Вот, видишь мою иконочку в канале, да? Ага. Вот, тыкай на нее там, а типа, можно, напиши профиль. Можно видеогайд, пожалуйста, как тыкать на иконочку в канале? Разблокировать нам нажать, да? Царь, войд, да. Микстурку плюс. Микстурку плюсует. Микстурка. Короче, у нас огромная проблема. У нас нету кастеров. Каких кастеров? Где турбо? И у нас много паладинов. Турбо в каш. 2 хипала причем. 3. Ну да, 3. А Пипопал не ретрик разве? У да. Пипопала да. Ретрик был. Нет. Я вот с вами много инстов ходил. Нормально хилю в холипале был. Вот. Причем здесь нормально, тут 3 холипала, куда я вас засуну? Я могу выйти, это Виолекси, мне, в принципе, ничего не надо, ни с РСК, ни с ЦЛК, мне просто лишний убитый. Я могу, как бы... Тебе уступят на реча. Хорошо, выйди, пожалуйста, если что... И у меня, если надо, есть демон лох 255. Заходи на демон лох. Я много плюсов поставлю в этот в общий чат, потому что у меня нет мозги где. Тогда, ну, пригласите. Можешь сделать проще, я могу тебе просто слот на лича уступить и все. А, на замене пойти фул ЕП дадут тебе, нет? Хорошо, мне без разницы, мне не нужны вещи, мне просто лича надо убить, чтобы попасть дальше. Хорошо, да. Но только на холле паладина там уже. А, ты же есть в нашей гильдии. Просто интересно. Виолекси говорила. Короче, слушай, подожди, можно 5 секунд? Давай я тебе, если что, на лича место уступлю. Так, давайте вы сначала до лича дойдете, а потом будете решать, кто кому место уступит. Ну да, я согласен. Я выхожу за холи паладина и могу зайти за демона лока. Да, если да, надо. Я тебе говорю, заходи, я тебе говорю, заходи, заходи. У тебя такой приятный голос, Карина. Давай пообщаемся как-нибудь. Вот я не поняла. Будет тебя побить? Да. Ты этого очень сильно хочешь? Я не пойму, у вас какие-то ролевые игры, что ли, в Дискорде? Я представляю, когда это в скайпе, вот ей хуй показывает, она говорит, бей его.
Так, все, тише. Я поставила много-много плюсиков. Вижу тебя, моя хорошая, все, кидаю пати. Так, Бузер, ты сходишь с нами? Пригласите, пожалуйста, сразу. Сейчас пригласим. Войд, кинь инвайт. Бузер здесь? О, мне ливнуть из гильдии, как Бузер. Войд кого-то нашел другого. Да никому ты не нужна, все, молчи, пожалуйста. Блин, вон Турбо пришел. Мне нужна. Тишина есть. Так, снап. Офнутый, да? Ладно, пока на замену кину, все. Шестое пати, пока на замене, не сидите, никуда не выходите. Я попал, у тебя ретрик спек есть? Спек еще в ретрике. Что, я не в рейде? Да, есть ретрик. Все, спек, кто не в рейде? Я не в рейде. Кто я тебя не знаю. Матума я, блядь. А так ты не плюсовал. Войд, я прошлый раз 25-ку ретриком ходил за Пала. Ну ты же помнишь, он такой. Да, у него говно ретрик. Пиздец, я Войду говорю, возьми в рейд, я в ванну пойду на 10 минут, я захожу, так, я на замену. Ты знаешь, как получилось? Начал собирать царь, а я смотрел в небо, и получилось так, что мне пришлось ливнуть с рейда, чтобы он меня взял рейд. А сказать нельзя, да, что там так, у как бы я тебе сказал? В смысле, так тебе... не сказали, все. Что тебе в ванну? Так, ребят, вот шестой пати, пожалуйста, на замене будьте, я вас попрошу, не уходите недалеко, может быть, или кто-нибудь вам место хочет, чтобы пришел. Да я просто, слышишь, я бы сказал, если бы ты мне напомнил как-то, я просто забыл, я размышлял о том, какой я пидорас, что поступил так с лутом, с резкий негодяй, гад, мерзавец. Выпала чешка тебе, нет? Конечно. Да, он забрался. Сжечь, блять. Так и прикинь, так, вот, кто на замене, никуда не уходим, сидим. Кого на сумон, ставим плюс, быстрее. У нас еще этот дудик будет, Эрель. Войд, если у тебя 20к ДПС, а не будет, летишь в бан. Всеглы. Прикинь, он у бедного человека ее отобрал и не отдает. Тут-то заходи в инст. В смысле, че меня кикнули? Потому что рот свой надо на замке держать. Че не спать, алло. Мне спать кикнули. Тык. Вы мутите, конечно. Гните меня в пати, алло. Ты будешь Рейлов додиками называть, а они с тобой, думаешь, в рейд хотят ходить? Она тебя называла так? Блять, я пошутил. Да. Ну вот шутить будешь в другом рейде, в моем рейде иначе. Аж собять из гильдии ливнет, царь, возьми ее обратно. Ой, я вообще испугался, правда. Тык на шкаф. Стой, это же получается, у тебя будет 7000 ГП, если ты опять ливнешь и вернешься. Ладно, ты только не ливай из гильдии, завтра будет ссылка 25 гер, приходи туда. Ладно. Не завтра, а послезавтра. А, да, послезавтра, точно, я уже забыл. Ну, царь, возьми человека обратно. Ну, там я такой? Опять роял, блин, и я опять не судьба, понимаешь? Я просто не хочу с людьми ходить, которые меня додиком называют. Не, ну, понимаешь? Ты бери, просто, надеюсь, она не будет так тебя больше называть. Царь, возьми обратно вы человека. Не буду я ее брать, чисто принципиально. Удачи вам, спасибо, царь. Эти, которые шутки не понимают, спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо Войду, спасибо царю, на. Какие все обиженные, пацаны, что с вами? А тут за психолога платить нужно будет. Смотри, вот просто попало, поменяй на Ума Туму, потому что в ретрике, там смысла не будет. Хорошо, но у нас ретрика ни одного нет. Заходи, Ума Тума. Ну, Холик норм, там Пчелкин есть, а ты в ретрике вообще бесполезен. Ну, а чё, в два Холи Пала не вариант вообще? Не вариант вообще. Утю выкидывай, потому что Ути сюда рано идти, Винар бери обратно в рейд, она будет сидеть в Мути сейчас. На тебе ассист, хочешь, кидай ей пать, я ей не хочу. Так, во-первых, я тебе даю мут в гичате и мут в дискорде, это раз. Трое, если какие-то будут проблемы... То смотри, ты скорее всего будешь ДД или микстурка, сейчас посмотрим. Я тебе даю мут, потому что нужно научиться разговаривать нормально. Виби, сумани меня еще раз, пожалуйста. Турман здесь, нет? Так, даю пати. Шарпестула.
Я зарядил 200, полетел. Разве мало еще? Целка. Да. 25. Ну там, смотри, 264 шмот падает, а ты 250. Да, мало. Кто это спрашивает? Да ладно. Ну, Утя. Нет, Утя, тебе рано. Танком рано. Ну, тут, ну, тут надо леща танчить, синдру, ты не готов к лечей. Типа тебе синдра лицо сломает с двух тычек. Да. И вот эти вот шестая группа, кто с них пойдет? ММЛОЛ или кто? Или ЛРей, кто из них? Ну, Снап, Икс, Пипопал. Ну, я не знаю, ты хотел взять этого, его там, но что-то он, его нет. Вот. А где Матума? Ты тут? Он вышел с Дискорда, вышел, это, наверное, пошел в Доту играть. Ну, напишите ему. Он на замене сидел, сказали, все на замене, и все, он тут же вышел. Когда сказали, что он с замена. Вот и все. Фу, да. Возьмите ЛРЭ в третьего пати. Мы убьем, у нас ДПС будет куча. А как отключить микрофон? ЛРЭ на 20 минут ушел, его нет. Ага, ну он в чате пишет. Да? А, говорит. Вот он тут. Ну ладно, давай ЛРЭ, пошли, блин. Да, ну ладно. Ох, конечно, ретрика нет, ну ладно, бог. Да пофиг. Или, в принципе, есть. Ну все, вот эти люди, ну Снап, Икс, Утя, туда точно не подходит, попал, это только если Пчелкин вылетит, ММЛОЛ, если какой-то из миников вылетит, они на замене. Если вам нужно ЕП, вы сидите, ждете до конца рейда, вы об этом в курсе, вам бы это говорили уже не раз. Если вы офаетесь, то никакого ЕП, соответственно, не будет. Ребята, я хотел только до Саврупана. Кто? Снап, Икс. Я только что был в десятке, я даю 8.5 ДПС там давал. Ну не знаю, это поговори с людьми в рейде, если кто-то будет ждать. Если кто-то купит, то без проблем. Но пока что я его скикну. Замена у нас сидит и в гичате, либо в дискорде. Либо и там, и там. Ну потому что если с ними в рейд пойти с этими людьми, то там на лане будет мало ДПС, на синдре будет говно какое-то. Так а чё кикнули-то на замене-то, можно же посидеть? На замене в рейде не сидят у нас, потому что багаются аддоны, нужно принимать постоянно готовность. Вы сидите на замене в дискорде раз, второе в гильд-чате, когда... Я вас застринил, кто сидел, потом спросил в конце рейда, есть кто-то или нет. Подожди, Войт, а кто там на замене до Сурфанга хотел? Ой, не на замене, а просто до Сурфанга. Снап Икс, хотел пройти 5 боссов первых, писал. В общем, ну, много писал, но всем насрать было. Типа там, в принципе, мне ничего не надо, я могу до Сурфанга уступить. Да, ЛРэй место уступил. Если ему что-то надо, прям до Сурфанга. ЛРэй уже уступил место. Маги, кидай. Все, так, ребят, Войт, я на тебя меточку поставил. Можешь, пожалуйста, раздать баночки на ап, я раздам на СПД и посту. Хорошо. А мне припоты раздавать или нет? Да. А это обычка, нафиг она нужна? Я раздам. Далин, тебе на СПД, да? Сейчас мы это не себя. Не кидайте пока обмен, мне надо взять банки. А мне дикой. Так, по 4. Так, черепок, короче, нап раздает. Я СПД. У тебя дикой нет, что ли? Дикой не брал. Хоть возьми дикой, пожалуйста, раздай. Я раздам дикую. А, ну раздай. Поставь. Ребят, я, конечно, все круто, классно, но я не могу столько фармить, чтобы вы еще в обычках все выдавали. Я один фармлю. И быстроту, и дикой. Если вы мне будете помогать, говно вопрос. Не, просто чувак, знаешь, что надо делать? В обычке пьете только фласки. Только не надо припоты, нифига. Да. Только фласки раздаем. Припоты не надо в обычке раздавать. Не, ну окей, ладно. Есть смысл просто скидывать то, что остается в гибанках. Это делаю я. У меня после рейда остается банок 10 точно. Это плохо. Потому что они остаются. Значит, так, я просто не беру, например, у Тёмы. У меня осталось прошлых рейдов, они так и лежат. Я, например, кончается, я возьму свои же фласки у Тёмы. Вот и все. Трейд кидайте квадратику. Кто еще не взял на СПД? А, типа? Не понимаю, что у рейда нету 200 голды на рейд на химию. Ну, это не 200 голды. 20 людей бомжей, понимаешь? И все. Они даже фармить ничего не будут. Им пофигу, что ты скажешь 200 голды, понимаешь? Ну, нет, я не понимаю. А какая там трава нужна на банке?
чулан. Травишка какая нужна. Человек, если ты каску раздаёшь тогда? Пчёлки надо. Всем здорово. Привет, мастер. Привет. Добрый день. Ну чё, народ, погнали на... Так, куда погнали? Погоди, у нас Апан в танк спит. Понятно, захитки его хотя бы. Итак, собственно, вопрос за то, чтобы Алиса вернулась. Я против, но ее уже взяли. Кто? Ой, кто? Хуя, сука. Я тоже не знаю. Но надо тут в Дискорде, если что. Она только что пришла и уже устила. Она мне просто ответить ничего не может. Да, ему она дали. Ушла. Ей мут дали. Евгичади. Я включил мут. Снял. Алиса. Привет. Привет, настроение. Мастер, давай, если хочешь с ней поговорить, в другой канал перетащи ее. Мы в каком этом? Рейде. У нас целка. Очень главное тут трэш, целка. Нельзя вайпаться. Ебать, у вас важный трэш. Охуенный прилетел. А в обоежке падает пуля. Дайте мастеру мут. Так, ловушки никто делает, нету, ловушки никто не дезинфицировал, замечательно. Сальрак. Плюс один, согласен. Это снап и мультипро, снимите, пожалуйста, ловушки. Челк, ну будь добр, раздай каски. Сейчас будет. Чё за херня, блять? На пол быстро! 100 DPS. Замечательно. Не успел прийти, вы опять трэш-сапли. Там хилы у вас сколько нибудь сзади? Молодец. Как бы... Стабильность признак мастерства, царь. Согласен. Так. Это Войд, ты здесь? Это тот Холипал, помнишь, он с нами в ЗС был?
Я с Тёмой говорил, я им пока рейдер дам. Вот. А там Тёма решит сам, что и как, хорошо. Воет. Воет. Короче, напомню, кто я тебе написал. Ребят, станьтесь ближе к мобам, не растягивайте, что с вас фокус. И, пожалуйста, слух трону заберите с рейд. Сгребните слух трона в мире зоны. Ловушки идите, роги снимите впереди. Что угодно. Я не пойму, хилы дрочат или как? В чем проблема? Я не знаю, хила вообще что-то плохо. Там слуги трона пошли и убили троих сразу. Вот и все. Я одел уже танка шмот, забрал этих слуг тронов. Два хила было. На мне ни одной ходки, я лег. Чулан, ты там из своего фонда повыделяешь рыбку? Благотворительный фонд ебасосинка, да? Помогаем бабушкам бездомным. Угу. Цветы так. Искупают, рыбу ставят. Да, замечательно. Пан, короче, с тебя крик на ХП, Войд, кричишь на АП. Чулан, поставь, пожалуйста. Пока не буду ставить, не все здесь. Я поставлю, потом придут, будут ныть. Где рыба? Тише, тише, турбос уже подходит. Можете поставить шкаф, я в дуран портносится пчелки, знаков куплю. У тебя знаков нет? Вечер поставят этого. Ломобота поставьте ему, пожалуйста. Ломобота поставьте кто-то. Так, ну, жрана диск нажму. Джив стоит, вот у него. Или ты уже тпхнул? А тут еще. Где он? Вот Джив стоит. Где турбойс? Сейчас я на тебя вот черепок. Я нашел. Нашел, вот у него покупаешь. Я нажму диск, хорошо. Понял я.